Одесская учительница стала рекордсменом Украины. Галина Орлова дольше всех работает в одном учебном заведении. Во второй школе-интернате женщина преподает почти 59 лет. За это ее имя внесли в Книгу рекордов Украины. Кристина Немченко вспоминала школу. На этой неделе Галина Орлова попала в Книгу рекордов Украины. Она дольше всех в стране работает в одном учебном заведении. 58 лет и 10 месяцев. Новый рекорд Украины. Именно в этой школе Галина Абрамовна уже больше полувека. В 57-м году пришла сюда воспитателем. Потом работала учителем и больше десятка лет завучем. Сейчас преподает восьмиклассникам английский. So, good morning, dear boys and girls. Good morning, teacher. Nice to see you. So do we. Первый урок провела именно в этом кабинете. Говорит, в жизни было две мечты. И можно сказать, что все они осуществились. Я всю жизнь мечтала быть или артисткой, или учителем. Но выбрала специальность учителя, потому что очень люблю детей. И считаю, что каждый учитель – это еще и артист тоже, должен быть артистом. Дети о Галине Абрамовне говорят только теплые слова. Она для них не просто хороший учитель, а любимый преподаватель. Галина Абрамовна – очень приятный, хороший человек. С ней всегда приятно общаться. Ну, очень добрая, она очень хорошо владеет английским языком. Она добрая, она мало кричит, и ей, как бы сказать, она старается не поставить двойку, а сделать так, чтобы ученик сделал, что он все-таки сделал это, даже если он не подготовил на уроке. И она нам этим нравится. Я ей могу пожелать еще здоровья, конечно же, прожить еще больше лет, учить еще детей. Коллеги с теплотой вспоминают свои первые дни в школе. Галина преподает испанский. Рассказывает, когда пришла, была очень робкой и многого боялась. В начале карьеры пришлось участвовать в конкурсе «Учитель года». Тогда Галина Абрамовна поддержала. Мне показалось, что для меня это слишком сложно. В обмороке и в панике я прибежала в школу. Меня встретила Галина Абрамовна и сказала: «Не волнуйся, ты только узнай тему, мы тебе все придумаем». Для многих молодых преподавателей Галина Абрамовна стала второй мамой. Девушки говорят, всегда идут за советом именно к ней. Сейчас методика преподавания достаточно сложная. Мы должны использовать новейшие последние технологии. И мне кажется, Галина Абрамовна, то, что идет вместе с нами в ногу с этими новейшими технологиями, она даже опережает нас всех в этом. Я хочу дать им знания, хочу, чтобы они были грамотными, воспитанными, знающими. И самое главное, добрыми в отношении друг к другу. За неполных 59 лет Галина Орлова выпустила более 40 тысяч учеников. В свои 85 и не думает бросать профессию. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, 7 канал.